Яркая, просторная, современная. Вместо старого, еще дореволюционной постройки. Новое здание в Ромашково возвели в кратчайшие сроки. Раньше на этом месте была амбулатория. Теперь полноценная поликлиника. Если раньше у нас был здесь только один терапевт, когда это было еще амбулатория, то сейчас у нас здесь будет порядка 35 специалистов. Это и хирурги, и гинекологи, и неврологи, и кардиологи, и функциональная диагностика. Рентген не только российского производства, но и с отечественным программным обеспечением. Мобильный аппарат ЭКГ. С его помощью можно провести исследования на дому. Аппарат УЗИ экспертного класса. Последние модели. Техническому оснащению поликлиники в Ромашково могут позавидовать крупные медицинские центры. В другом кабинете гинеколога там у нас присутствует гистероскоп. В амбулаторных условиях это вообще новшество. То есть для диагностики и патологии полости матки. Из 35 специалистов 32 уже приступили к работе. К концу октября вакансий в поликлинике не будет. Травматолог-ортопед Рашид Гусейнов высшее образование получил в Краснодаре. Работал в Волгограде. Потом решился на переезд в Подмосковье. Ценил здесь есть и поддержка там, съемного жилья, вот, и земский доктор, и, конечно, ипотека. Но больше всех новой поликлинике рады жители Ромашково и Немчиновки. Раньше возможности получить медицинскую помощь в шаговой доступности у них не было. Ну, Одинцово тоже хорошая поликлиника, но очень далеко. Сейчас пешочком дошли. Мы пешком дошли, да. Первые пациенты оценили удобство новой поликлиники и уже знают, как сделать ее еще лучше. Предлагают добавить кабинеты стоматолога и физиотерапии, аптечный пункт, расширить парковочное пространство. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов заверил, все пожелания при дальнейшем развитии поликлиники будут учтены. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».